Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Зомби Кэтчер, охотники на зомби. Так, напугай зомби. Оказывается, если ты зеленый и метр с кепкой, зомби тебе боятся. Напугай этих зомби 29 раз. Окей, как скажете, будем пугать. Так, нам нужно улучшить зомбовыжималку. Пойдем улучшать ее. Так, вот эту же, да? Отлично. Так, ну и нам остается только лишь продать определенные... нам вообще все надо продать. Ну, все, что можем, продаем. Так, здесь на продажу, здесь на продажу. Так, ну, все равно еще маловато. Ну что, я пошел, друзья мои, охотиться на зомби в снегах. Нафиге? Ой, вылети оттуда. Такс, поменяем оружие. Блин, ненавижу я, когда вот так вот. Опа-на, как мы их по-солидному-то, а, друзья мои. А этот не убежит. Оп-оп, а он далеко не убежит, ребят. Не зря поставлен был капканчик здесь. Пройдоха несчастный попался. Так, здесь вот уже. Ну, давай сделаем, наверное, вот так. Капкан сюда. В плане. Да это... Есть. Так, тут тоже, ребят, попался, я видел. В капкан. А с какого перепуга они на меня-то побежали, а? Я не понял. А ну-ка. Тихо, тихо. Да я под... Готов. Ну что ж, друзья мои, всех зомбиков мы поймали. За это мы получим медальку. Прекрасно. А что надо было сделать, ребята? Просто поспать полчасика, и я пришел в норму. Да? Давай-ка мы, наверное, здесь с тобой Чайнатаун. Ловить зомби, само собой. Так, ну здесь зомби противные, на самом деле. Ать, не поймал я его, блин. Ну, кто здесь? Так, здесь летающий. Да как ты? Да ну это трындец, ребят. Да ты будешь их ловить-то сегодня. Вот тебе и уху-ху. Но одного-то зомби все равно, ребят, я пропустил. Ну, кто там у нас? Слушай, нормально. Да как ты меня раздражаешь своим этим недолетом, перелетом? Че, получается... Ах вы! Вот уж шлепки. Ты посмотри, что творят, а? Нормально, ребят? Пипец, короче. Да, даже не поймал, ребят. Не умудрился я их выловить. Убежали. Хорошо. Такс, ну, что мы с тобой тут наловили? Синьку можно здесь поставить, да? Получается, и... Угу. Блин, немножечко... Ага, тут.
Но это будет только лишь половина. Половина того, от того, что нам нужно. Так тебе скажу. Ладно. Давай-ка глянем. Почему они бегут на меня-то? Никак не могу понять. Блин, это фиговый зомбарь. Так, у меня нет капкана. Готов, так. Ха, нормально. Хмырёныш этот притулился там. Далеко ли ты собрался-то, а, зомбик? Я не вижу вот эти вот, которые... Ауч! Есть. Так, ну у нас там зомби один остался. Я готов. Всех выловил. Угу, никого не оставил. Медалька в копилочку. И мы... Так, мы, наверное, сейчас придем... Да и закройся ты. Это у нас пляж. Здесь у нас пляжные зомби. Будем ловить? Будем, ребят, ловить их. Куда ты там разогнался с бумбоксом со своим? Пеликан, ты... О. Такс. Здесь, наверное, вот тут вот, ребят, встанем. Угу. Пробитие было. Ну, давай сюда поставлю, брошу. С динамитом не получилось у него, да? Смотрю. Блин, ну взрывается, конечно, очень мощно. Тем не менее, я здесь тоже, друзья, всех поймал. Так, если я не ошибаюсь, у нас остается всего лишь одно. О! Что я вижу? Охота за боссом. Так, поменяем. Я же сказал, поменяем, блин. Поздно, парень. Опа. Жирный собрался, а? От меня смыться. Фух, я уже думал, сейчас опустит свою эту доску. И я ее не смогу поймать. А там можно было бы, конечно, переключиться. Ну да ладно. Какие здесь зомбики? Ну это понятно, это был с динамитом. Упадешь, ребят. Нет. Ну опускай давай. Точнее, поднимай. Еще один зомби. Так, мы задание выполнили с тобой еще. Помимо прочего. А вот здесь вот будет последний зомбик. Ой. Отлично. Еще одна медаль, плюс задание выполнено. Идеально. Тынь-тынь-тынь. Так, ну что, теперь надо, наверное, нам, друзья мои, идти в кафе. Так, выполнил. Получаем награду. И... Ну, пойдет. Следующее испытание через 3 часа там с копейками. Такс. Что-то какой-то улов хороший, но...
Сюда-сюда. Так, а где у нас этот? Ага, вот здесь. Тут. И все равно, друзья, этого нам недостаточно. Блин, нам еще нужно примерно столько же, чтобы получить 40 уровень. На 40 уровне у нас, конечно же, будет новая зомбовыжималка. Офигеть, этих зомбовыжималок тут еще будет столько. Да, много. Так, что я могу? Я могу пойти босса, но я его не поймаю, наверное, скорее всего. О, замечен мини-босс. Так. Подожди. Так, я ему в бутылку попадаю, да? Да ёпрсте, ну. Жопу получил. Еще раз. Да. Да ну что ты? Да, ёпрсте, ну. Так, ну последний раз. Да, ну, блин, не хватило, блин, одного удара. Да дебил какой-то просто. Да, не вышло у меня, ребят, к сожалению, его поймать. Слишком долго там. Да надо как-то вот опускать этот. Я не могу, ребята, здесь сделать мне, чтобы опускать и поднимать одновременно. Так, ну что, друзья мои, на сегодня тогда мы будем закругляться. Такая вот короткая серия получилась. Но зато наловили зомбарей. Продукция будет готовиться у нас потихонечку. И уже в следующей серии, я думаю, все-таки мы сможем добить уровень. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.